Пятница, утро. 59-летний водитель Ford Transit едет по юбилейной со стороны Мелодии. У швейной фабрики он сбивает 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате автоаварии пострадала девочка-пешеход. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в медицинское учреждение города Березники. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД просят водителей учитывать переменчивые погодные условия, заблаговременно снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу. Пешеходам не стоит неожиданно появляться на пути автомобилистов. Перед переходом дороги убедитесь в своей безопасности. Используйте светоотражающие элементы.